Вот у нас пишущая машина смазана. И собрана даже. Все у нас тут хорошо работает. Функцию пробела я тоже сделал. Это вот у нас на вентиляторе, на этот штифт, который, вы помните, может, у него был штифт. Я сюда посадил такую вот резиновую штучку. А взял я ее из старого телефона. Это кабель у него был, вот как бы с кабелем шел вот такой вот шланг Кембрик. Вот, это для того, чтобы кабель не перегибался. Ну, кабель я, в принципе, выкину, потому что он уже перетерся весь и старый там. А вот эти вот штучки, ебучки, они мне очень даже помогли. И вот, смотрите, кусочек, ну, 66-го года телефон, от него кабель такого же поди возраста был. И вот, как бы, через 50 лет с лишним он новую жизнь поимел. И как мы видим... все тут хорошо, нормально работает. Вот. Лента перевода каретки. Здесь у нас вся электрика находится, собственно, выключатель и подсоединение там шнура магнитофонного. Ну и в принципе все. Тут у нас моторчик с вентилятором. Позиции моторчика как бы вперед-взад, это регулируется, здесь вот шурупчики вот эти вот ослабить и перемещать, как нам требуется. Сюда я еще поставлю свой именной штемпель и дату. Вот. 11-го, ну здесь это, видимо, не дата, а серийный номер какой-то. Вот. Здесь у нас цветопереключение, сегмент, все у нас здесь вот этими вот кожухами находится. Вкл-выкл. Это вот у нас был сброс как бы единичных клавиш отдельных, если, ну, допустим, пока машина выключена, нажмем несколько клавиш, то вот она и все, и не это самое. Но если вот мы нажмем, так вот будем беспорядочно хуячить по клавиатуре, и нажмется все, то машина тоже не сможет сбросить. Вот, а так она сбрасывает, вот. И все. Если мы видим черные уши, это смазка. Шестеренки пластиковые тоже нужно смазывать, потому что пластика пластик стирается тоже хорошо, я вам скажу. Особенно где металл и пластик прикасаются. Ну а то, в принципе, все. Попечатали, так сказать. Ну вот у нас пишущая машина, это та самая Олимпия, которая Deluxe, с поставленной на нее кареткой. Как я уже сказал, снимать каретку на таких, то есть машинах такого плана, это дело высокого профессионализма. И поэтому, если вы первый раз, допустим, ремонтируете машину, то очень не советую этого делать. Вот. Приделывается, значит, каретка к машине вот этими вот элементами. Это такие пластины, как бы. Для того, чтобы снять каретку с машины и рискнуть это сделать, нужно просто потянуть, плоскогубцами зажать, вот этот конец пластины потянуть наружу, то есть наверх. И тогда просто вы вытащите вот этот вот такой вот крючок специальный. Вот. Значит, одеть каретку, это, как я сказал, было на данной машине делом высокого профессионализма. У меня и то на это время ушло некоторое, чтобы нормально, правильно ее поставить, чтобы тут все работало. Вот. Одеть вот с этими вот, то есть вдеть вот эти вот крючки туда, как надо, это тоже у меня далеко не с первого раза получилось, так что такую машину обслуживать, это как бы дело профессионала. Потому что, если вы новичок, то вы просто такую машину откроете и все. И пизда. У нас уже там что-то вылетело, блин. А, вот что вылетело, это от полеустановителя. У нее только один единственный левый полеустановитель, который должен располагаться здесь, но я его еще сделаю. Здесь должна быть подставочка, и она будет. Она имеется, просто вылетела. Вот. Вот у нас наш... Вот у нее шрифт. Такой, то есть олимпийский. Здесь у нас переключение интервалов. Если вытащить немного ручку вала, то у нас получается такая вот установка позиции вала. Ну, в общем, хорошая машина, но она будет хорошая, если вот, как бы, сделать и до конца докончить. А я буду этим заниматься сейчас. Дальше. Ну и вот у нас наша Олимпия Моника Электрик Делюкс уже собранная. Клавиатура чистая. Корпус, все помытый, корпус помытый, да. Бумагу я уже вставил, потому что не смогу я одной рукой вставлять бумагу. Включаем. Она у нас гудеть пошла. Вот, значит, прокручиваем. Вот, пробуем печатать в черном. Но восклицательный знак у него немного хромает, потому что литерный деформирован. Пробуем в красный.
будем подчеркивать. Равно, минус. Точнее, если минус, то уж равно, а не равно. Вот. Красным цветом она подчеркивает хорошо. То есть это значит, что лента водителя установлен правильно. Переходим снова на черный. Опять подчеркивание. Ну, Оксан Краф, Оксан Серконфлекс, там это, ну, плохо получается. Вот, переходим, допустим, на поле. Поле установитель, вот у меня тоже вылетел, я его сделал обратно. Вот, у меня на 10 стоит. Нажимаем, пробуем клавишу пропуска поля, и мы можем переместить каретку на самое начало. Потом шагаем дальше. Допустим, у нас полушаг. Полушаг тоже работает хорошо. Пробуем табублятор. Я его еще не пробовал, так что может быть, что сейчас вот будут проблемы. Опа. А вот тут-то проблемы и пошли. Мне похуй, в принципе, потому что эта машина такая хуйня, и хорошо, что я еще ее сделал так, чтобы она писала, блядь. То есть она нихуя вовлю, то есть вот, а вот в том, чтобы так печатать, это и речи просто идти не могло уже. Вот, ну тут... Сколько ни тыкай, ничего не получится. Так что машина будет без табулятора. Вот, на том, в принципе, все. Остальные функции все есть. Кстати, что это у нас за шрифт такой? Посмотрим. Что у нас на литерах написано? У Олимпии свои были, да, свои литеры. Там просто Айр, допустим, номер 1, там 388, это не поймешь. Ну что, прекращаем наш показ. Вот, каретка у нас перемещается, звоночек звонькает. В принципе, на том можно выключать машину.